В общем, купила я на Краснодаре сегодня не перки ватаса, как обычно это делала, а целого ватаса. Мне их запихали вот в этот пакет, как бы все нормально. Пришла домой, начала мыть с надеждой, что я смогу их как-то разделать, но теперь понимаю, что я не смогу вот с такими лицами рыбу разделать самостоятельно. Но что я обнаружила? Во-первых, это ножки. Короче, у каждой рыбы есть, оказывается, ножки. И вот это вот, судя по всему, это девочка. Но больше всего я охренела, когда я увидела вторую рыбу. Вот, первую я убираю в раковину. Вот она, вторая рыба. То есть у меня мальчик и девочка. Офигеть можно. В общем, это мемо рыбы. Я не знаю, как я их буду есть после того, что я увидела. Но сегодня я познакомилась с этими рыбками с абсолютно с другой стороны. С другой стороны в прямом смысле, потому что с этой стороны они выглядят вот так, как ежики, как скаты маленькие. Но вот это, когда я увидела, я поняла, что разделывать... Есть я их не буду, скорее всего, а разделывать тем более я их не буду. Потому что, ну, рука не поднимается. Вот такие лица классненькие расчленять. Но зато я познакомилась и теперь знаю, как выглядит ватас-мальчик и ватас-девочка.